чем отличие обусловленной любви от безусловной? Ну вот смотрите, примеры такие. Вот обусловленная любовь – это примитивный уровень человеческой любви. И здесь работает принцип «ты мне, я тебе», да? Ну, к примеру, женщина говорит, что она любит, потому что ты меня любишь, да? Хорошо ко мне относишься, делаешь то, что я говорю. Вот если ты будешь делать то, что я говорю, хорошо ко мне относиться, тогда женщина говорит, что она будет любить мужчину этого или любого другого человека. Если ты меня не любишь, не выполняешь мои просьбы, требования, то я лишаю тебя своей любви, говорит человек. Это условная любовь. Безусловная любовь к конкретному человеку, к ребенку. Что это? Это умение принимать людей такими, какие они есть. И любить их, несмотря на их отношение к вам. Это не значит, что если вас унижают, оставаться с таким человеком. В таких случаях вы продолжаете любить, но из уважения к себе выходите из этих отношений.